5000 новых рабочих мест создано в Западно-Казахстанской области благодаря мерам господдержки. Большим подспорьем для сельчан, желающих начать свое дело, стали выплаты адресной социальной помощи, безвозмездные гранты, а также кредитование по программе «Енбек». Подробнее в материале моих коллег. Айна Айденова по специальности учитель. Педагогические навыки пригодились в семье. У женщины два сына. Через несколько месяцев появится третий. С детства любившая причесывать подруг, Айна в декретном отпуске отучилась на парикмахерских и предпринимательских курсах. Муж своими руками построил небольшой салон. Сегодня у молодой семьи свой бизнес. Полученный по программе «Еңбек» грант потратили на покупку оборудования. По программе развития продуктивной занятости в прошлом году 93 жителя района получили кредиты на льготных условиях. Общая сумма кредитов – 350 миллионов тенге. Каждый из них открыл свое дело или приобрел скот. То есть они получили постоянный источник дохода. Уровень безработицы в Акжаикском районе сегодня составил 2,5%. Свою лепту в трудоустройство земляков вносит и жангалинский фермер Хамид Сабенов. 20 человек получили работу в его новом магазине. Сам предприниматель отмечает, ассортимент здесь не меньше, чем в городских магазинах. Работаем в две смены с 9 утра до 11 вечера, без перерывов на обед. Самый большой поток покупателей идет после 6 вечера. Зарплата у продавцов до 90 тысяч тенге. Для участия в программе льготного кредитования до конца года курсы по основам предпринимательства пройдут больше 1000 человек. 4,5 миллиарда тенге предусмотрено для финансовой поддержки семей участников проекта «От Баса Бизнес». Потогоз Базарбаева, Булат Шарлгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар 24.